В этом ролике мы расскажем о стенде для сборки и разборки гидроцилиндров SSG-12G-8000B. Рама стенда состоит из двух усиленных и двух облегченных секций, соединенных между собой при помощи болтовых соединений. Две усиленные секции предназначены для восприятия крутящего момента, возникающего от гайковерта при откручивании или закручивании гайки крепления поршня на штоке ремонтируемого гидроцилиндра. На боковых стенках секций, в квадратных трубах, имеются отверстия с шагом 250 мм для пальцев, фиксирующих узлы стенда на раме. Внутри усиленных секций размещены два поддона для слива. Для очистки поддонов от рабочей жидкости имеются шаровые краны. Кроме того, поддоны снабжены роликами для монтажа и демонтажа на раме. Гайковерт предназначен для срыва и откручивания буксы и гайки поршня ремонтируемого гидроцилиндра при разборке, а также для их закручивания с требуемым моментом затяжки при сборке. Опора проушины штока предназначена для фиксации буксы ремонтируемого гидроцилиндра зубчатыми секторами при ее срыве и откручивании. Опора фиксируется на раме с помощью трех пальцев. Проушина штока гидроцилиндра устанавливается в опору с помощью фальшпальца. Приводная подвижная опора предназначена для закрепления гильзы ремонтируемого гидроцилиндра за проушину. При помощи гидроцилиндра сборки-разборки, соединяющего основную и упорную тележки опоры, обеспечивается перемещение опоры по раме при разборке или сборке гидроцилиндра. Для обеспечения перемещения опоры по раме используются пальцы, которые поочередно фиксируют на раме то основную тележку, то упорную, обеспечивая тем самым упор для гидроцилиндра сборки-разборки. Подвижная регулируемая опора гильзы ремонтируемого гидроцилиндра предназначена для удержания гильзы при разборке или сборке гидроцилиндра и перемещения по раме. Подвижная регулируемая опора штока служит опорой со стороны поршня и позволяет центрировать положение оси поршня относительно оси гильзы в процессе сборки ремонтируемого гидроцилиндра. Вертикальное центрирование обеспечивается гидравлическим домкратом, а поперечное – горизонтальное – винтовым механизмом. Подача рабочей жидкости к домкрату осуществляется при помощи ручного насоса, установленного на полке опоры. Для обеспечения прохода проушины штока ремонтируемого гидроцилиндра над опорой призма опоры выполнена легкосъемной. Устройство захвата проушины предназначено для захвата проушины гильзы ремонтируемого гидроцилиндра и передачи крутящего момента от гайковерта при откручивании буксы.